Я нашла средство, которое схоже по эффекту с энзимной пудрой, но оно в более удобном формате жидкого геля, который восстанавливает себобаланс. Благодаря этому уменьшается количество комедонов и кожных несовершенств. Черные точки заметно уменьшаются, а сальные нити осветляются. Их осветлить не так уж и просто, поэтому это огромный плюс данного геля. В составе преобладает гликогелевая кислота, которая эффективно очищает кожу, но при этом бережно за счет экстракта алоэ веры. Для большей эффективности геля нужно оставить его на коже на 1-2 минуты, после чего смыть. Далее я наношу сыворотку с минимальным содержанием кислот. Благодаря этому можно ее использовать и на чувствительной коже. Янтарная кислота в составе улучшает цвет лица и делает кожу сияющей. Не зря мне порекомендовали использовать эту сыворотку в дуэте с гелем. Они отлично дополняют друг друга. Кстати, покупала эти средства на Озон от бренда IG Skin. Подпишись, у меня очень много полезного.